Всем привет! С вами я, Алена, и я вас уверяю, что счастье есть. И небольшим кусочком счастья я хочу с вами поделиться, показать свой заказ по 8-му каталогу Avon. Заказ у меня был в этот раз небольшой, но очень интересный. А самое главное, я получила подарок за второй этап президентского клуба. Давайте приступать! Вот он мой подарок, достался он мне за 5 рублей. Так, что в него входит? Две туалетные водички, женская и мужская. Вот такая система 2 в 1 от темных кругов под глазами. Крем-корректор и гель от New Clinical. От Планеты Спа вот такой вот крем для рук с эфирными маслами китайских эвкалипта и мяты. И очень классная тушь, я ее просто обожаю, 5 в 1. В черном цвете. Вот такой классный набор я получила всего лишь за 5 рублей, выполнив условия второго этапа президентского клуба. И мой набор назывался «На веранде». Ну, теперь непосредственно сам заказ. Немного макулатуры. Это аутлет к 9-му каталогу. Вот это, кстати, ночная маска для лица «Волшебные грибы». Мне очень понравилось. Рекомендую. Обратите на нее внимание, тем более, что уже она выводится из продажи. Так, и сет из 5 каталогов. 9-й каталог. Торопись, помада Мания. Найди свой идеальный оттенок помады. Действует этот каталог с 16 июня по 6 июля. Ну и в этот раз опростоволосилась, приобрела фокус. Стоит он 39 рублей, обычно я его не беру. Ну вот в этот раз не заметила, забыла его удалить из заказа, но ничего страшного. Клиентка заказала у меня вот такой вот крем с матирующим эффектом, с солнцезащитным UF-фильтром, степень защиты 50, а здесь 50 мл. Как всегда, все актуальные цены я буду подписывать в уголке. Так, взяла у меня клиентка два полотенца. Мне показали, конечно, цена завышенная, 500 рублей за штуку. Кухонная жаккардовая, 100% хлопок, размер 50 на 70. Качество, конечно, на высоте, но цена бешеная. Изготовитель Костромской Лен. Для дочки я взяла в этот раз вот такой вот джемпер. Хотела взять еще красную футболку, но почему-то заблокированы были коды для заказа. Не было их в наличии. Так, размер я взяла 46, чтобы побольше. Материалы 95% хлопок и 5% эластан. Изготавливает, кстати, Москва. Вот такая здесь красота. Ленточки с Микки Маусом. Классная толстовка. Я думаю, дочка оценит. Качество пошива, все, конечно, на высоте. Покажу вам поближе качество ткани. Вообще, на эту коллекцию я смотрела, когда была в головном офисе в Москве. Она мне очень понравилась. Но цены, опять же, заоблачные. Даже со своей скидкой представительской, все равно, мне кажется, это все очень дорого. Также для себя взяла обновочку. Вот такую новую пижамку с ежиками. Сейчас вам ее поближе покажу. Пижама перевязана красивой ленточкой. Это 100% хлопок. Изготавливает Индия. Я взяла размер побольше, так как все-таки это пижама. Взяла 50-52. Вот такой вот тут милейший ежик. Ежик со стразами даже на ресничках. Надеюсь, эти стразы не отвалятся. Естественно, я так понимаю, эту пижаму придется стирать руками. По поводу вот этой вот красоты блестящей, в принципе, держится долго, но все равно выстирывается. Имейте это в виду. Вот такие тут рукава. Вообще, конечно, пижама классная. Самое главное, я боялась, потому что производство Индия. Я уже напарывалась на то, что мне присылали сорочки, они ужасно воняли. Так, вот сами штанишки.
В принципе, да, 50-52 тут верится, все замечательно. Но вообще, конечно, эйвонские пижамы, они всегда хорошие. И внизу на штанах есть манжеты. Это плюс. Но не советуйте пижамы брать высоким девушкам как раз из-за манжетов. У вас получится не штанишки, а бриджи. Ну, продолжаем. Пенку для умывания взяла клиентка, матирование, очищает, удаляет макияж, без спирта и сульфатов. Здесь 150 мл. Ну какой же заказ без сенсовских гелей для душа? Вот такой вот 250 мл дзен, мандарин и жасмин. Очень классный летний аромат, берите, не пожалеете. Еще один поцелуй солнца с ароматом розового грейпфрута и абрикоса. Тоже летний запах, также 250 мл. Есть варианты в большем объеме. Это 500 мл, также мандарин и жасмин. И также вариант поцелуй солнца с ароматом розового грейпфрута и абрикоса. Шампунь 250 мл, непревзойденный объем, малина и гибискус. С очень приятным вкусным ароматом. На лето идеальный шампунь, я думаю. Еще шампунь, два в одном уже, ополаскиватель, клевер и черная смородина. Конечно, два в одном мы не верим. У этого шампуня тоже очень приятный аромат. Клиентка взяла у меня вот такую маску для волос с маслом оливы, райское увлажнение. Здесь 200 мл. Это Планета Спа. Вообще все средства от Планета Спа очень классные. Единственное, что не все ароматы могут вам понравиться. Два лосьона спрея. Орхидея и голубика 100 мл. Освежающий с витаминами С и Е. И второй вариант. Это слива и нектарин. Также 100 мл. Вот таким я сейчас пользуюсь. Очень классный аромат. Опять же, ни один заказ не обходится без средства для женской интимной гигиены. В этот раз ухаживающая с алоэ вера 300 мл. PH сбалансирован, гинекологически протестированный с легким охлаждающим эффектом. Самое лучшее средство для интимной гигиены для меня. Заказали у меня в этот раз мужской набор от Full Speed. Вот такая туалетная водичка. Здесь 75 мл, это классика, с очень приятным ароматом. И также гель для бритья, обеспечивает чистое гладкое бритье. И дневной увлажняющий крем для лица с SPF 15 для мужчин. Так, крем здесь 50 мл, а гель для бритья 100 мл. Ну, конечно же, пилотный каталог 10. Действует он с 7 июля по 27 июля. Звезды со скидкой 70%. Все это можно уже посмотреть в интернете. Вот такой вот мне положили каталог. Заказали у меня дезодорант спрей для ног с технологией нейтрализации запаха 75 мл. Вот эта вещь классная, с легким ментоловым запахом. Молодость Актив, антивозрастной крем для рук с коллагеном и эластином, 75 мл. Эти крема очень хорошие, я с удовольствием их все рекомендую. Для детей взяли у меня вот такой 2 в 1 шампунь-кондиционер 200 мл. С героями Marvel, здесь Халк. Еще один крем для рук. Для сухой и очень сухой кожи с маслом авокадо 75 мл. Давайте я вам покажу состав. Может быть, для кого-то это интересно. Вы сможете нажать на паузу и разобрать его более подробно. Вот такой вот еще ананас и чайное дерево. Лосьон спрей для ног с витамином Е. С очень приятным ароматом ананаса. Здесь 100 мл. Также клиентка заказала вот такие щипчики для завивки ресниц. Очень у них приятный цвет, такой прям розовое золото.
Два бальзама для губ. Бальзамы классные. Это Color Trend с ароматом ванили и с ароматом клубники. Из аутлета клиентка заказала у меня тени. Вот в таком вот оттенке. Может, кому-то это еще будет интересно. Успеете заказать. Так, заглянем. Ой, какие красивые, блестящие. Мне они очень нравятся. С удовольствием бы и себе такие взяла. Также заказ клиентки. Вот такой вот карандаш для глаз. Вот он оттенок. И сейчас я его вам покажу поближе, как он выглядит. Вот так вот выглядит сам карандаш. Он матовый. Ну и напоследок мне положили два пробника. Это вот такой вот матирующий крем для лица с SPF 20. Контроль за жирным блеском. Это дневной крем для комбинированной и жирной кожи. И новинка вот такая туалетная вода. Древесно-амбровый аромат. Но, скорее всего, я все это подарю своим клиентам. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Обязательно ставьте мне лайк. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. По возможности оставайтесь дома. И всем пока-пока!